Привет, друзья! Вы на канале «Поехали с нами». Сегодня мы в Луксоре, и у нас обзор храма Хатшепсут. Мы приехали сюда из Хургады, ехали около 6 часов. Автобус подъехал к небольшому проверочному пункту. У нас проверили рюкзаки, посадили на маленький автобусик, и даже не автобусик, а как паровозик. И на нем мы подъехали к храму. Сейчас поднимусь, все покажу, сниму, посмотрим, что здесь есть. Храм высечен в скале, и здесь много маленьких таких еще, ну, это усыпальница, погребальня, в принципе, это большое кладбище. Фотографировать в храме оказалось нечего, поэтому будем фотографировать друг друга. Здесь экскурсия всего лишь на полчаса, но теперь понятно почему, потому что больше получаса здесь делать нечего. Красиво, масштабно. Саня откивает головой, подустал уже. Сегодня у нас 4 часа утра. Посадили на автобус в Хургаде и везли сюда. И сейчас уже 4 часа вечера. Пошли, Сань, посмотрим, что там за углом. Пока все стандартно. Развалины, колонны, туристы. В этом зале так же, как и в зале, в который мы только что заходили. Туристы, пару камней. Пошли, Сань, зайдем. Просто камень, красивый камень. Люди забегают сюда в надежде найти что-то интересное. Здесь очень красивые камни. Камни вообще четкие. Камни четкие. Пошли, Саня. Я нашел секретный камень. Ничего не произойдет. Храм Хатшепсут очень красиво выглядит с дороги. Когда едешь на него, смотришь на автобусе, это что-то очень огромное и масштабное. Когда ты уже приехал сюда, масштабность так не ощущается. И поэтому, ну, я не сказал бы, что это что-то мега-супер, но все равно очень красиво. Впереди видна стоянка автобусов, на которой мы приехали, и пропускной пункт, через который мы прошли. И желтенький вдалеке виден маленький паровозик из 3 вагончиков, который нас сюда уже привез на территорию. Мы посмотрели здесь все буквально за 5 минут. Как отдельная экскурсия, нет. Как заехать сюда по пути после того, как посетили храм Ра, да, согласен. Отдельно нет, потому что здесь очень жарко и смотреть, в общем-то, абсолютно нечего. Здесь раскопки полным ходом продолжаются. Лет через 10 еще что-нибудь интересное нароют и построят. Пожалуйста.
Это мы сейчас уже посмотрели храм и возвращаемся. Я хочу еще раз показать, как выглядит входная группа. На паровозиках здесь впереди пропускной пункт. На паровозиках садят людей, на желтеньких, вот они впереди видны, и везут к храму. Там паровозик их высаживает, разворачивается, едет обратно, забирая тех, кто уже посмотрел. Пустыня, конечно, красивая. Пустыня, она и в Египте пустыня. Обязательно, если будете в Луксоре, посетите это место. Это у нас был небольшой обзор храма Хатшепсу. Ну, небольшой, потому что большой здесь даже и не получится. Здесь локация всего минут на 10. Все, что мог, показал. Народу немного. Середина декабря. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Поехали с нами. Канал самых лучших обзоров. Всем хорошего дня.